Зачем ты меня угораздила? По цене 3 чашек кофе купить кэноновскую мыльницу G9. Мотивов этого поступка я объяснить не могу, потому что мотивов, наверное, нету. Ну, окромя плюшкинщины. Так, пусть будет. Сказочный поебло. Интересно то, что даже видео эта мыльница пишет в пропорции 2:3. Фу. Зачем она мне? Не могу сказать. Может быть, кому-нибудь подарю. А может быть, будет валяться без дела. Вот такая вот глупая покупка.